Всем привет, с вами SteelPro, и сегодня я покажу вам модную технику для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки данного мода в нашем мире появляется настоящая техника в виде машин, танков и вертолетов. Что ж, первое, это у нас будет спортивная машина. Чтобы нам ее активировать, нам понадобится топливо. Тапаем этим топливом по машине, и наша машина заправляется. После чего берем такой ключик и тоже тапаем по этой машине. После чего мы оказываемся в самой машине. И здесь мы можем уже ей управлять. Ездить назад и вперед тоже. Также влево и вправо. Но иногда могут пропадать текстуры. Вот. Но мод тщательно дорабатывается, и он в скором времени может выйти в топ. Но, к сожалению, минус этого мода заключается в том, что это всего лишь замененные мобы. Также то же самое нужно делать и с танком. Но танк имеет свою особенность, он может стрелять. Да, стреляет он уже активированным динамитом, да. Это все прикольно выглядит, но лучше было бы, если динамит был бы каким-то другим динамитом, а какой-нибудь там ядром или что-нибудь в этом подобии. И дальше у нас идет велосипед, который уже дергается. Да, его справлять не надо, просто тапайте ключиком, и мы можем ехать. То же самое вперед, назад, влево, вправо, да. Нормально он едет. Вот. Так. Так. Ну и последняя техника на сегодня. Это у нас вертолет. Вот так будет выглядеть вертолет. Да, военный вертолет. Который будет у нас также стрелять. Ну что ж, нам нужно его заправить. После чего взять ключик и залезть в него. Мы можем его поднимать в воздух. Как вы сейчас слышите? А вы слышите его звуки вертолета, то есть его пропеллера. Вот мы поднимаемся вверх и можем стрелять зажженным динамитом, а также стрелять стрелами. А стрелы это у нас патроны. Да, вот такой прикольный вертолет и сам прикольный мод. Так что скачивайте и оценивайте его. Ну давайте где-нибудь здесь приземлимся. Все, выходим. Пока вертолет. Так, нет. Да, все, пока. Вот. Ну, мод очень прикольный. Сказать нечего. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.